Всем привет! Сегодня с вами будем рисовать вот таких зайцев. Я надеюсь, вы заметили, у меня на канале под моими видео появилось такое маленькое окошко, где написано «Стать спонсором». Поэтому, кто из вас хочет поработать перед Новым годом Дедом Морозом, может стать спонсором. Я буду очень рада принять такой небольшой подарок, купить краски и бумагу. Сегодня будем с вами рисовать зайцев. Обыкновенный лист ватмана можно. У кого есть акварельная бумага, можно на акварельной бумаге. Для этого нам понадобятся краски акварельные, карандаш, резинка и черная гелевая ручка. Все, что нам сегодня понадобится. Ну и ваше хорошее настроение и желание. Недавно был день рождения. Мне мой племянник подарил краски. Акварельные краски. Я не знаю, как это фирма, немецкие краски из Германии. Вот такие. Вот кто живет в Германии, может купить себе краски такие. Они хорошие, ними можно рисовать. Для детей это отличный вариант. Здесь идет сразу палитра, очень удобная и очень удобно. Я уже рисовала, она не окрашивается этими красками. И думаю, раз это для детей, то они абсолютно безвредны, потому что профессиональные художественные краски, они почему-то пластиковую палитру окрашивают, ее очень сложно отмыть. Здесь идет вот еще кисточка вот такая, но она не годится для акварельных красок. Это для гуаши, для акрила такая жесткая синтетическая кисть. Еще здесь тюбик с гуашью, это хорошая гуашь для прорисовки каких-то белых бликов на глазках, либо деталей белым цветом прорисовывать. Нужно купить другую кисть для акварели, специальную кисть для этих красок. А так они мне очень нравятся. Что, приступаем? Итак, делим наш листик вдоль и поперек. В левой части заяц, в правой части зайчиха. В верхнем левом прямоугольничке. Да, вот так поставили черточку такую, ну чуть ниже серединки. И внизу нарисовали вот такую линию. Теперь отметили, вот это у нас будет один зайчик и дальше второй. То есть примерно на три части, если разделить эту линию, две трети это один зайчик, одна треть это второй зайчик. И рисуем вот такие треугольнички. Раз треугольничек, здесь чуть-чуть повернута голова. И вот так треугольничек, да? Черточка, черточка, сюда треугольничек и сюда треугольничек. Дальше ушки вот так и вот так. Кружочек, кружочек. Вот ушко, кружочек, кружочек. Теперь этот кружочек так соединяем. Раз ушко, два ушка. Ушки готовы. Теперь этот треугольничек тоже делим на три равные части по высоте. Раз, два, три. Раз, два, три. В верхней части у нас будет голова. Где-то вот здесь носик, треугольничек такой. Раз носик, два носик. Раз лапка, два лапка задняя. У зайчихи только одну видим. Передние лапки. Раз, два, раз, два. Вот так. Передние лапки. Все, разметка готова. Теперь приступаем к более детальной прорисовке. Зайчика два глазика. Раз, два. Носик. Да, в этом треугольничке рисуем вот так. И петелечки две. Вот, носик готов. Так, линия. Одна щечка, вторая щечка. Язычок.
Все, мордочка есть. Точечки. Усики. Ну, это вы все карандашиком рисуете. Теперь задние лапки. Вот так сразу лохматыми рисуем. Шерстяные. И теперь передние лапки тоже так шерстяные. Вот. И теперь зайку. Ушки тоже шерстяные такие. Да, чуть-чуть показываем шерсть. Так, здесь глазки, щечки, чуть-чуть впадинка, это шея, и дальше вот так вот уже, тоже показывая структуру шерсти. Все, один заяц готов. Теперь второй точно так же, носик. Скругляем треугольничек. Одна петелечка, вторая петелечка. Одна щечка, вторая щечка. Усики. Глазки. Один глазик. Второй глазик. И теперь вот такие шерстяные ушки. Щечка, щечка, лохматая лапка, так, одна лапка, шерсть вниз, да, вы видите, как я рисую эти, как иголочки вниз, и вторая лапка, все, и девочка уже готова тоже. Это у вас все должно быть нарисовано карандашиком. После того, как вы нарисовали карандашиком, берете гелевую ручку и все это аккуратненько обводим по контуру. Да? Вот как здесь у вас должно получиться. Обводим аккуратно по контуру гелевой ручкой. Ну, можно, у кого есть такой вот маркер, тонкий. Можно маркером обвести по контуру. А потом уже акварельными красками. После того, как вы обведете гелевой ручкой, нужно весь карандашик линии стереть ластиком. Я согнула А4 формат вот так вдвое. У меня это будет открытка. Дорисовываем еще такие вот точечки на щечках. Да, и усики. Так, глазки я маркером черным, да, оставляем обязательно блики в глазках, вот так, белые, и закрашиваем черным маркером, аккуратненько. Вот такие глазки. Здесь чуть-чуть подштриховываем в этих петелечках, носик оттеняем, да, делаем такие штришочки, кое-где еще показываем, вот так, шорстку, направление шорстки. Вот так, просто штрихами. Лапки. Да, здесь пару штрихов. Притемняем по низу вот так штрихами лапки задние. Чуть-чуть оттеняем. Здесь пару штрихов. Да, структура шерсти. Борода здесь и здесь борода. У этого зайчика чуть-чуть приоткрыт ротик, такая как улыбочка. Все, теперь берем акварельные краски и кисть. Будем разукрашивать нашу открытку. Так. Растворили в водичке розовую краску, розовый цвет и вот так легонечко, бледно-бледно-розовеньким носики прорисовали.
Помыли кисточку и вот так легонечко растяжечку. Да, размыли плавный такой переход. Чтоб носики розовенькие были. И внутри ушки тоже вот так розовеньким. Здесь. Так, теперь один зайчик у нас белый, второй немножко желтый. Есть фиолетовый, вот такой красивый цвет. Тоже делаем такой бледно-бледно-фиолетовенький. Ой, ляпнула. Промокнуть. И вот таким бледно-фиолетовеньким прорисовываем по контуру ушки. Вот так тень даем. Прям такими ляпками. Здесь притеняем между лапками. Здесь лапку так, тут чуть-чуть. Все, теперь сделали голубенький такой же. Бледно-бледно-голубенький. И кое-где вот так голубеньким. Тоже мазочками. Показываем, что это у нас белый зайка. Да, белый цвет, он через белый не рисуется. Всегда там есть в белом цвете вообще все цвета радуги есть. И тут добавляем голубеньких таких. Все, уже один зайка у нас готов. Это точно так же. Фиолетовенький берем. Чуть-чуть черного делаем, такой серо-фиолетовый, да, такой серенький цвет. И этим сереньким вот так в тени здесь пару мазочков между лапками. Так, чуть-чуть в ушках можем притенить. Здесь. И теперь желтый берем тоже такой. Еле-еле, да, разбавляем краски по контуру ушки желтым. И саму эту зайчиху тоже по контуру вот так ляпками желтенькими. Лапки. Здесь даем пару желтеньких. Все, готова наша зайчиха. Вот такие получились зайцы. Я надеюсь, у всех получится. Вы видели, как это просто. Мы рисовали с племянником, ему 8 лет, я ему чуть-чуть помогла, совсем чуть-чуть, и у него все получилось. Такие забавные зайцы получились, я надеюсь, у вас тоже получится. Вот высохнет, у меня будет такая открыточка, я смогу подписать и подарить кому-то на Новый год. Пока-пока, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно рисуйте. А, я совсем забыла дорисовать зайцам реснички. Здесь рисуем вот так. А внизу рисуем вот так. Можно подлиннее. Здесь так реснички.
а здесь вот так. И тут еще челочку можно вот так добавить. Все, теперь зайцы точно готовы.